Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников. Описание этих работ. Меркурий и Парис. Потолочная фреска Аннибале и Людовика Караччи находится в Риме. Аннибале Караччи, талантливый гравер и живописец, принадлежит к знаменитой династии итальянских художников 17 века. Вместе с братьями Людовика и Агастина основал школу Академия degli Incaminati. В сцене, изображающей Меркурия и Парис, мы видим посланника богов, бога Меркурия, доставляющего с небес яблоко раздора принцу Трою Парису, чтобы передать его богиням, которых он сочтет самыми красивыми среди Геры, Афины и Афродиты. Такое описание к работе Аннибале и Людовика Караччи «Меркурий и Парис». Пока-пока, до свидания.